24 мая в Каспийске воспитанники 9 классов образовательных учреждений города сдавали основной государственный экзамен по 3 предметам – история, физика и биология. С самого утра ученики уже получили списки, в которых указаны номера аудитории. Магия – это одно из жизненных испытаний, которые всем участникам нужно будет пройти. Я уверена, что все дети, которые учились в школе, им по силу сдать ГИА, потому что все задания составлены на базе школьной программы. Для проведения государственного экзамена в пункт сдачи были направлены проверяющие со всех школ города. А также в каждой аудитории были установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют следить за нарушениями при написании экзамена. Да, если будут нарушен порядок проведения экзамена, ребенок, конечно, удаляется без возможности пересдачи. Отметим, что в пункте сдачи экзамена также находится медпомощь, куда может обратиться школьник в случае плохого самочувствия. Вследствие осмотра при необходимости ученику дают возможность сдать экзамен в резервный день.